Чирлидеры из Донецка в Химки приехали на спортивные сборы. Кроме тренировок, в свободное время девочки посещают театры, ходят на экскурсии. И вот сегодня они на кондитерском производстве. А сегодня очень приятно, вот, что детки с Донецкой Народной Республики получают, ну, знаете, большое удовольствие. Мы как вот к родным к ним относимся, к график тренировок и соревнований плотно. Везде нам надо успеть и не перегрузить ребят, естественно, и чтобы было интересно. Сотрудники предприятия тепло встретили юных гостей, накрыли сладкий стол и радушно рассказали о своем производстве. Мы производим снековую группу, мы производим печенье, мы производим хлебцы, крекеры. В нашем ассортименте есть вафли, в нашем ассортименте есть мармелад и продукция альтернативное молоко. На этом предприятии только полезные сладости. Так рассказывают сами сотрудники. В составе натуральные компоненты, никакой химии и сахара. Владислав – это человек, который отвечает за развитие продукта. Это человек, в голове у которого различные рецептуры, ингредиенты. И благодаря его навыкам и квалификации он может создать любой продукт, какой только захотел. В этом юные гости смогли убедиться и сами. Они примерили на себя роль кондитера, учились готовить фруктово-ореховые батончики. Для этого смешали финиковую пасту, орехи и ягодный порошок. Как признаются спортсменки, для большинства из них это первый подобный опыт. Процесс, мне кажется, уже очень увлекательным. Все закрыли малыши, поэтому старше потом будут все упаковывать. Очень интересно, я никогда не была на подобном, на чем-нибудь подобном. Очень увлекательно, очень интересно. Под чутким руководством Владислава у нас все замечательно получилось. И смайлики, и котики, и сердечки. Дети молодцы. Юные гости увидели сладкое производство изнутри, узнали, как готовят печенье и хлебцы, а также посмотрели на процесс расфасовки и упаковки продукта. Данное предприятие является лидирующим среди производителей здорового питания по городскому округу Химки. И мы считаем его потенциально крупным. Проводятся постоянные экскурсии для детей, для молодежи, для коллективов студенческих, школьных с целью развития как раз-таки профориентации и знакомства с инновационным продуктом. В планах спортсменок из Донецка увидеть еще несколько интересных и значимых мест городского округа, посетить театр и галерею. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.